Витископ. Действительно, министр сейчас поставил задачу, говорит, давайте свои предложения, различные рабочие группы, свои пожелания, как реформировать. Но четко обозначил тот же момент, что в каком положении находится страна. Рассчитывать на какие-то заоблачные вещи не приходится. Будем исходить из того, что есть. Хотя есть ряд пожеланий, которые мы, в принципе, готовим для того, чтобы озвучить это и внести. Это не касательно даже финансов. Есть много бюрократических моментов, которые мешают развитию. Это с нашей стороны, развитию, в частности, футзала. Поэтому если убрать эти препоны, это не финансовые, не материально затратные вещи, это даст определенный толчок и какой-то прогресс. Поэтому не все упирается в деньги. А так мы от министерства практически не зависим вообще. Та инициатива, которая была предложена предыдущим министром, пока она, наверное, в стадии пересмотра новым министром, насколько актуальна она. Идея, в принципе, неплохая. Реформировать необходимо. Делать более доступным, прозрачным – это тоже нужно. Но в контексте того, что я говорил, министр готов каждую рациональную идею выслушать, давать свои предложения. Мы этим занимаемся, мы будем давать предложения наши. Витископ. Спортивное видео.